Народная артистка СССР Вера Кузьмина стала одной из первых награжденных памятной медалью столетия образования Чувашской автономной области. Указ временно исполняющей обязанности главы Чувашии подписал несколько дней назад. Олег Николаев встретился с актрисой перед спектаклем в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова. Театр для Веры Кузьминой – второй дом. Она провела в нем большую часть жизни, более 70 лет, и продолжает играть на сцене. Уникальный дар перевоплощения, высокий профессионализм. И неважно, какого плана ее роль – первого или второго. Русская и зарубежная классика, чувашская драматургия. Вера Кузьмина органична во всех образах. В этот раз она исполнила роль жены Саньки в комедии Арсения Тарасова «Не сыграть ли свадьбу». В свои годы легендарная актриса полна творческих планов.